Александр Розенберг, председатель правительства, его кандидатуру на этот пост предложил президент. Парламент одобрил. Александр Мартынов освобожден от должности. Правительство полным составом ушло в отставку. Это стандартная процедура, когда меняется премьер. На внеочередном пленарном заседании Верховный Совет дал согласие на назначение премьер-министром Александра Розенберга. Ранее он занимал должность министра сельского хозяйства и природных ресурсов. Сегодня новый премьер выступил перед депутатами и рассказал о планах на должности премьер-министра. Он подчеркнул, настроен на продуктивную и конструктивную работу. Александр Мартынов пост председателя правительства покинул. Проделанную им и его командой работу президент высоко оценил. Глава государства отметил многолетний добросовестный труд, высокий организаторские и профессиональные способности экс-премьера. Александру Мартынову вручен орден почета.